Доброго времени суток. Сейчас буду стараться поставить все эти приблуды на велосипед. И вынос поставлю. Вот, и поставлю, скажем так, подъем для руля, чтобы руль был выше. Вот, сейчас попробую его смонтировать. Не знаю, как это будет все происходить, но если будет долго, естественно, буду монтировать. Ну, как бы вперед. Сначала буду снимать руль. Вот. А потом уже все остальное. Так. Никогда это как бы не делал. Такие перетурбации. Ну, по идее, руль должен. Да, он и снялся. Так, стоять. Вот, зафигачиваем. Можем, походу, еще выше ее сделать. Вообще, самолет. Так, ну, одну прокладочку мы сюда подсунем. Так. Ну, думаю, будет достаточно. Если что, я так понимаю, то есть эти можно прокладочки перебросить сюда и сделать руль еще выше. Но не знаю, здесь сейчас попробую взять зумом. Ну-ка. Просто разрез, чтобы сжимать равномерно, я не думаю, что я это буду подкладывать. Я все-таки ограничусь вот так вот. Вот так, чтобы край этой трубы был хотя бы вровень с последним болтом, чтобы стяжка была одномоментная. Так, ну что ж, пробуем теперь это все зажать. Опс. Вот так вот делаем. Чтобы как бы покрасишь. Фиг его знает, честно скажу. Не знаю. Вот. Мне показалось, что так вот
как бы. О, ну все, теперь будет. Руль стал существенно выше. Это заметно. Вот. Думаю, мне будет гораздо комфортнее ездить. Ну, посмотрю, как оно. Чего. Выйду на тест, посмотрю. Ну, прикольно, так смотрится, даже интересно. Такая вставочка. Так, не будем отнимать время. Сейчас я немножко переставлю камеру, чтобы было видно, как я буду монтировать вот такой вынос для фонарей и одометра. Сейчас, пауза. Вот, ну вот, это уже что-то. И теперь, если что, то становятся фонари замечательно. Замечательно становятся фонари. Вот такая светомузыка. Или дальняя. Ну, теперь, как говорится, очень даже нормальды. Так. Ну, и, наверное, может быть, сюда переставить одометр. Хотя, не хочу я пока переставлять. Но он сюда просится. Сейчас нажмем паузу, возьмем стяжки, переставим.
Не знаю, может я потом этот вынос подвинуть чуть-чуть вперед. Как-то не знаю, посмотрю. Ну, пока мне все нравится, как бы в таком состоянии, какое оно и есть. Подожму все. Под видео я сброшу, выложу, вернее, ссылочки на эту всю канитель, которую я вот поставил. Вынос, да, вот эту штуку. В общем, если кто надумает такую штуку ставить, просто монтируется это, я просто, оно очень быстро все делается, но немножко я не велосипедист, про так чисто покататься чуть-чуть. Думаю, что полезные вещи. Ну, всем спасибо, извините, что долгое видео. Я попробую помонтировать, там порезать, чтобы оно было более такое компактное. Спасибо, до свидания.